Привет, это Автозвук Артель. В этом видео расскажу, как вывести информацию со всех датчиков автомобиля на экран Android магнитолы. Единственный разъем в автомобиле, к которому приходит вся информация с ЭБУ, это диагностический разъем OBD2. Поэтому для вывода информации с этого разъема понадобится специальный автосканер для Android магнитол. Мы рекомендуем использовать именно этот автосканер, так как он собран на базе платы версии 2.1 от VGATE с использованием чипов от ARM. Это значит, что вам не стоит беспокоиться, подойдет он к вашему автомобилю или нет. Сканер считывает все автомобили от 2001 года выпуска. Работает безотказно и соединяется со всеми Android-магнитолами. Для соединения сканера с магнитолой переходим в настройки Bluetooth и меняем пароль на 1234. Затем магнитолой делаем поиск устройств и в списке выбираем V-Link. Если такое устройство не было обнаружено, то зажимаем на 5 секунд механическую кнопку на автосканере. Если устройство появилось в списке сопряженных, оно готово к использованию. Теперь, чтобы смотреть данные, осталось установить приложение. Рекомендуем приложение Torque и CarScanner. Скачать их можно либо с Play Market, либо по ссылке в описании с нашего Яндекс.Диска. Там мы оставили эти приложения в Pro-версии. Запускаем программу Torque, переходим в настройки, затем настройки адаптера OBD, выберите Bluetooth устройство и здесь выбираем V-Link. Теперь можем выйти в главное меню приложения. Учтем, что для первой синхронизации понадобится немного времени. Затем состояние адаптера можно посмотреть, нажав на соответствующую иконку. Здесь мы видим 4 галочки, информирующие о том, что есть связь с адаптером, связь с ЭБУ и информация о том, что текущих ошибок нет. В разделе «Приборная панель» видим показатели по умолчанию. Это меню можно настроить и вывести сюда информацию с тех датчиков, которые нужны именно вам. Тут их огромное количество, так как сканер считывает все блоки автомобиля. Тут же можно запустить считывание ошибок и посмотреть ранее зафиксированные и записанные в памяти ЭБУ ошибки. Программа CarScanner имеет более расширенный интерфейс. Даже само приложение весит кратно больше, так как содержит базы расшифровок кодов ошибок по моделям. Оформление приложения интуитивно понятное. При первом запуске нажимаем «Далее», «Далее», выбираем марку, модель. И затем в этом приложении уже в полном объеме можем диагностировать автомобиль. Видеть графики работы, записывать логи и так далее. Не будем подробно разбирать каждый пункт. Цель этого видео – показать возможность отображения всех данных с датчиков ЭБУ на экране магнитолы. Ссылку на сканер и артикул для поиска я оставлю в описании.